вами два танцора. И это наша новая рубрика под названием «Поколение Беларуси». Поехали! Полетели. Турпатулочки пью. Да, вот такой вот аэропорт у нас. Очень он маленький и на самом деле интересный. Ну зашибись. Мало того, что это какой-то автовокзал вообще, блин. Прикинь, ты сейчас садимся в самолет и поехали. Ну, просто такие в самолетчике, но на колесиках. Ну, в общем. Вот так вот. Печально очень. Чемоданы отобрали. Вместо разные посадили. Ручную кладь не разрешили. И вот этот вот рюмбль дамский. Он типа ручная кладь, блин. И забрали еще чемоданы, в которые я пыталась запихнуть два платья. Лучше бы я большой, этот огромный свой самый большой фиолетовый, в который можно меня положить. Ну, не меня, конечно, но Настя точно спрячется там. Я бы так перетранспортировал. Короче, жарко. А вот сейчас самое интересное, мы поднялись, в общем, вот на второй этаж, там было написано кафе. Вот, мы сейчас, ребят, может быть, кто здесь плохо видит. Вот лестница, вот отсюда мы поднялись. Вон там зал ожидания видно, а вот кафе. Вообще, да, кстати, насчет танцевальной студии здесь бы можно было бы неплохо. Видимо, кафе сегодня не будет. Ладно, мы ждем своего вылета. Нет, будет сегодня кафе нужно. Где со сливочным шоколадом. Я слышал, ты хочешь кушать. О, у тебя есть Орео. А, кстати, да. Ой, это сладкое молоко возьму. И на вкус и цвет, товарищи, есть. А серьезно? Как из пакетиков. Ну зашибись. А я вот себе заказал, угадайте что? Как вы думаете, что я могу заказать? Правильно, амаретто капучино. Ох, смотри, как оно выглядит. Ух ты. Можно, пожалуйста, эти Орео? Понюхай. Не, не хочу, понюхай. Не хочу. Амаретто сейчас алкоголем, походу. Нет, мы такими вещами не занимаемся. Спокойной ночи. Вот он наш самолет. Мы заходим на посадку. Как тебе? Офигенно. Мой 24-й, возьмите, пожалуйста. Давайте. Ребята, там будет не слышно. В общем, мы камеру... Летаем. Да, вы представляете, такая история получилась. Мы изначально сели на разные места, но потом мы поменялись с Илюшей Асоновым. Потом мы расскажем все потом, что было потом. Да, в итоге вот мы сели, смотрите, и камеру забыли наверху. А мы потихоньку взлетаем. Все, пока. Ой, не пока, мы взлетаем. Так, ребята, в общем, нам принесли... Вельготная серветка. Так, мы сейчас начинаем вот такой вот бутик здесь. И мы его сейчас попробуем. А камера-то где? Так мы уже сказали, ты чего забыла? Только что прям сообщили, где камера лежит. В общем, сейчас начинаем обедать. Ужинать. Вон, смотрите, что у нас там. Там, походу, снимать нельзя. Вон был аэропорт, вот наш самолетик. Мы заходим и смотрим, что получается. Добро пожаловать в Минск. Ну что ты, все фотографируешь? Понял. Погнали быстрее, а то там народ. Надо же влезть в камеру, да? Да что ж такое-то? Так, пытаемся загрузить Wi-Fi. В общем, вот так выглядит аэропорт в Минске, но что-то очень скромненько тоже. Похож на какой-то вокзал. Это мой второй чемодан. Ровно выехал. И готов. Сейчас мы ждем Настин чемодан. Но пока что мы его не наблюдаем. И снова не он. И снова не он, да? Нет, может быть, это он? Нет, не он. Не он.
А вот он. А? Нет, тоже не он. Ну, наверное, вот следующий он, точно твой. Нет. Мой. Забирай его. Мы хотим подняться на третий этаж для того, чтобы обмен валют произвести. Ну, вот он вот так вот выглядит, и, в общем-то, даже прикольно. Хотя, пункт обмена валют. Мы туда. Нет подключения. Так, ребята... Как мне интернет включить? Помоги, пожалуйста, выключи, пожалуйста. У нас получается все очень весело. Мы поменяли деньги. Вот, смотрите, на деньги посмотрите. Это вот миллионы тут. Обалденно, у нас приехал автобус, мы никак уехать не могли, теперь мы пойдем, чтобы сесть хотя бы. Все, да, мы бежим. Ребят, это будет очень интересно, потому что такси здесь не заказывается. Подожди меня! Вот так всегда. Мы сели в автобус. Проезд у нас обошелся 4.13 плюс 4.13. 8.26 это короче, сколько это много. Блин, походу не успели заснять, а вот так смотри. Клуб казино, это у нас один товарищ был, хотел пойти. Да, какая-то странная ерунда у нас получается, что мы, так сказать, провели заказ, а из-за того, что здесь интернет глупый и не работает, получилось, что... Сколько нам? 200 рублей. 200 рублей за ложный вызов нам сняли. В общем, такие дела. Сейчас едем уже 14 минут. Если вот видно, то мы проехали вот отсюда. Осталось еще столько же, примерно через 40 минут мы, скорее всего, будем. Такие дела. Ребята, вон там что-то вдали виднеется странное. Даже я не знаю, как описать. Формы. Стекло грязное, ничего нифига не видно. Блин, вот так вот. Короче, там что-то прикольненько. Ребята, мы можем видеть, что мы уже подъехали. Мы можем это видеть не только по карте, да? Вот мы. Это нам нужно. Ну, это очень странно, когда мы ехали, включали свет. Вот. Типа. То, что нам близко. То, что нам близко, Дональдс. Близко. А там, кстати, не пишет ничего. Так, ребята, мы ждем и сейчас смотрим, что дальше будет. Очень интересно. Метро закрыто. А метро закрыто. Зашибись. Мы ведем прямую трансляцию с центра Минска. Кришталь. Кришталь. Сбербанк. О, не Сбербанк, а ББС Сбербанк. В общем, что-то вот, если быть точной и верно по карте, да, мы находимся вообще прям в центре, но тут центром и не пахло. Подвиг народа. Подвиг народа. Не знаю, в общем, как-то это все сомнительно. Нам сейчас нужен еще один автобус, и мы уже едем 50 минут. Я думаю, мы за 40 уложимся. А, нет. Нам еще, в принципе, в чуточку. Ну, посмотрим, что там дальше будет. Мы вышли. Встречайте, это Минск, вот метро. Очень интересно. Мы спросили у водителя, он сказал, а мы что, вам туда, короче, говорит. Вон туда. Вон в ту дальнюю улицу. Как считаешь, как тебе? Ого. Мы сейчас на переход и посмотрим, что. Ну, в принципе, пока прикольно, мне нравится. Интересно. Даже ребята, голодные. Угу. Мы зашли быстренько перекусить по-существенному. Но это все у нас обошлось в 16 рублей. Я не знаю, что это значит, но мы потом все внизу будет написано. Сейчас мы ждем такси, потому что, скорее всего, автобусов мы не сможем поймать. И сразу едем до гостиницы. Я правильно понимаю? Все, сейчас доедаем и бежим. Время у нас уже не видно. Ну, очень плохо. Все, погнали. Так, ребята, мы прибыли. Мы, к сожалению, не успели заснять, как мы сели в такси, потому что он нам позвонил. Вот отель. Сейчас будем проходить и пытаться
что-то сделал. Он уже Настю одну оставил. Не знаю. Спасибо. Все, бежим, бежим, бежим. Нам туда. Погнали. Сейчас мы пойдем сходим на ресепшн в поисках воды. Потому что пить хочется очень сильно. Вот. А с вами были два танцора. Сегодня, так сказать, уже день подходит к концу, и мы с вами на сегодня прощаемся. И спокойной ночи. Да. И это то, и то, что это, все, все, все то, что это, оно все то. До утра. Спокойной ночи. Уля-ля. Доброе утро. Доброе утро. С вами снова два танцора, и мы проснулись. У нас, кстати, включен завтрак, и мы идем на него. Если мы успеем. Успеваем. Mm-hmm. Вот видите, тут вот не завтрак, но... Можно салат себе не сами делать. Сейчас мы посмотрим, что мы в итоге соберем. Вот столовая. Я воздержусь. Ладно, мы смотрим, что там есть. Мы вот набрали, что нам осталось. Вообще салат бомба просто. И белая сосиска мне нравится больше всего. Угу. Вот такой вот. На самом деле для бесплатного обеда это нормально, да? Но вот только сок. Как всегда вкусно на завтрак. Сейчас серьезно? Что досталось, это называется. На самом деле вот мне не нравится мой напиток чуть-чуть. Вот этот. Он очень странный, он похож на молоко. С этим. С соком. Ладно, мы погнали. Всем приятного аппетита. Все, пока. В общем, мы поели. Угу. Что еще рассказать вам? Илюш смотрит, куда нам сходить в магазин. А за окном вон там еще какая-то серость непонятная. Сырость. И сырость, и серость. В общем, мы сейчас пойдем прогуляться, посмотреть, что здесь есть вокруг. Ну, в общем, вот так вот. Кстати, у тебя домики похожи, смотри. Mm-hmm. Эти домики похожи на этот русский дом в Сочи. Я тебе сейчас сказал, где все так похоже на эту страну. Ну, в общем, ладно. Илюш, как завтрак? Подойдет. Ну, салат у тебя был вообще бомба. Ну, был вкусненький. Ничего. Ничего? Так. Мы идем посмотреть. Где у нас тут... будет турнирчик? Турнир, и еще? И еще где? Арена Сити. Да, нам сказали, здесь есть большой торговый центр, мы сейчас посмотрим. Но, может, что там интересное есть. Но отсюда уже можно видеть Минск-арену. Забыл, как называется. Ну вот что скажете, похоже на что-то другое? Я не знаю, мне кажется, нет. Или кажется, да, все-таки. Нет, видите, мне не разделились. Не похоже. Вон автобусы ездят точно такие же. Какой-то странный снег, если честно. Да, и снег странноватый здесь. Мокрый. Только я сказала, о чем моросит, как дождь. Пошел сразу снег. Пошел снег мокрый такой. Шабля. Алёкин Николай Александрович. Фехтование шабля. Понятно. Стрельба куда. Мы находимся на площади, где показаны победители Олимпиад Беларуси. Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вот все чемпионы Олимпийских игр. Вот это Минская арена, собственно. Правда, у нас вход с другой стороны, но все же. Вот памятник олимпийцам, видимо. Но мы надвигаемся вон в ту арену Сити. Посмотрим, что там есть. И все. Правильно я говорю? Mm-hmm. Угу. Ну, пока что-то как-то все скромненько. Арена Сити. Заходим. О, и сразу у нас уже машина. Да, что такое?
Ну, что мы скажем? Обычный торговый центр. Сейчас еще что-нибудь поглядим и пойдем. Ну, что можешь сказать? Да, народу что-то совсем нету и все пустует. И половины магазинов даже нету. Но сейчас попробуем подняться на второй этаж, может там что-то интересное есть. Еще кикишка Менка. Это девочка маленькая Рава. Хорошая шутка получилась. Мы, кстати, уже на втором этаже, и тут нет магазина, нет магазина, нет магазина, нет магазина. И вот там тоже нет магазина. О, зато есть кинотеатр. Возможно. Он даже не на русском. Ну вот. Так, здравствуйте. Нам, по-моему, не сюда. Ребяточки, мы зашли в магазинчик. В общем, все обычно, кроме вот таких прикольных цен. За 3. Они как евро выглядят. В общем, такие вот у нас дела. О, нифига. Авак 9.39. Ладно, мы сейчас купим попить и все. Купили сырочки, йогурты и сок на пробу. Вот у нас сырочек. Что там, как он называется? Глазированный сырок. Сырок! С начинкой. С начинкой. Ну-ка, начинка у нас. Молоко сгущенное, вареное. Покажи, сколько на картиночке На картиночке. На картиночке пол сырка, а в итоге нифига. А еще мы заметили очень странную вещь, что у них на всех... О! Нашлось. На всех напитках вот такие вот бирки стоят непонятные. У нас такие не стоят. А вот первый... Единичка. Единичка, как нам сказали. Так что вот так. Ну вот, мы и перевоплотились. А два танцора бегут на турнир. Походу, они на него чуть-чуть опаздывают. Но, как говорится, победители не опаздывают. Ну, в общем, ладно. Победители задержатся. Так, ребяточки, мы зашли уже, в общем-то, на территорию. Это велодром. Управление причесочек идет. Зал находится вон там. Говорят, что расписание ничего нет, но задержки тоже нет. Это хорошо. Надо в общем, да, мы сейчас пойдем размяться чуть-чуть и все. Потом покажем, что там есть. Так, ребяточки, мы уже в полной самой боевой готовности. Начищаются туфли. И мы уже готовы выступать. Наш сегодняшний номер какой, посмотрите? 229, только там не видно. Ага. 229. Ну и чё? Ну, как бы все было, опять же, не очень хорошо. У нас задержка. Мы танцуй самый последний в 18.25, по-моему. Серьезно? Да. Да, без шуток. У нас получается... в этом отделении. Да, у нас получается 1/2 в один заходик. Все. В общем, ждем и танцуем. Смотрим, что будет дальше. Так, мы первый тур оттанцевали. Получился он у нас, ну, как знаете, он получился по видео так, ну, достаточно хорошо, а вот на психологическом уровне что-то получилось у нас, как ты считаешь? Очень хорошо, еще лучше, чем на видео. Немножко не получилось, в общем. Ну, я думаю, сейчас мы сможем вместе постараться, как ты думаешь? Сможем? Mm-hmm. Я тоже так думаю. Поэтому сейчас мы настраиваемся. Мы уже сходили, пригласили. И у нас, в принципе, сколько до выхода? Скоро выходим. И у нас уже скоро мы выходим. Всем привет, танцоры танцевали, получили свои почетные. Показывай. Слово мы уже слышали. Ребята, мы стали четвертые, кресты. О, посмотрите, какая. Одну секундочку. В общем, мы заняли 4-е место. В шаге от пьедестала осталось пара номер 229. И это мы. Ну, что тут сказать? Конечно, мы танцевали сегодня на первое место. Это было явно. Но мы сейчас еще кресты посмотрим.
Без разницы, какие кресты. Да, мы, я могу сказать, мы видео очень... прилагается там. Видео в описании. Ну ладно, суть не в этом. В общем, медали очень красивые. Мы уже их показали. Вот. Первый раз такие у нас, но... Я знаю, что сделать. О, главное показать грамоту кверх ногами. Вот так вот. Мы сейчас идем фотографироваться, может быть, фотки возьмем какие, правильно? И все. Мы не то чтобы... Ты расстроен? Я не расстроен, но чуть-чуть... Просто немножечко неприятно, что так все складывается, но это такой спорт, значит, надо танцевать лучше еще лучше. Не, на самом деле, вот, можно расстроиться, что не получился танец. Танец получился. Могу сказать, вот фикстеп не получился. Вот за 4 танца отвечаем за все. В финале. В одной, второй. Нет. А, получился квикстеп, тоже получился, так единственное, вначале чуть-чуть сбились, а так нормально. Да. Нет, дело просто не в этом. Ну, каждый видит все по-своему, да. Каждый сделал для себя выводы, и все, будем тренироваться дальше. Угу, окей. Квикстеп. Мы поем и мы идем. Мы уже будем, так сказать, подходить к отелю. Что мы можем сказать? Ну, мы посмотрели кресты, видели там, что в чужой стране нас даже свои не поддерживают. Зато поддерживают иностранцы. Зато все поддерживают. И белорусы тоже. Да, да, белорусы поддерживают. Италия, Польша и белорусы, спасибо вам. И некоторым судьям из России. А некоторым нет. Ну, они странные на самом деле. Такие у нас. Знаете, хочется сказать вот одно, да? Бывают хорошие латинисты, которые разбираются в стандарте. И которые вообще разбираются в технике танца. А бывают плохие латинисты, видимо. Бывают хорошие, как Карпов, правильно? И не очень, как не важно кто. И не важно, как брат, только младший. Вот и все. Вот, я бы, знаешь, как сказал, рыжий бесстыжий. Ладно, без, все, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Мы это сотрем. Мы все не сотрем. Вообще, это будет все вечно. Ладно. Ладно, мы подходим уже к подходим. Этому. Да, и сейчас, скорее всего, уже до завтра. Да. Всем спасибо за сегодня. Спокойной ночи. Мы молодцы, все увидим. Все. Леш, ты что спишь? Доброе утро. Доброе утро. Танцоры, мы проснулись. И сейчас мы поднимаемся наверх. Ну, на первый этаж. У нас завтрак. Я немножко не выспался. Ну или выспался. В общем, мы спускаемся, и сегодня мы уезжаем, отправляемся, отчаливаем. В общем, мы покушали. Мы перекусили, вот, так сказать, сейчас будем отправляться. Ты чё? Ты чё? Короче, так сказать, мы перекусили, и сейчас мы будем отправляться. Да. Куда мы будем отправляться, мы ещё пока не знаем. Да, кстати. Но куда-нибудь мы сейчас... О! У Арены Сити, где мы эту единичку видели, помнишь? Угу. Вот, мы и доедем на ней. В общем, мы на единичку побежали. Нет, мы сейчас в Арену Сити идем. А потом, да. А потом садимся на единичку и куда-то едем. Путешествовать, в общем, едем. Угу. Прям жалко, что есть чемоданы, ну ладно. Неважно. Выходим из нашего замечательного отеля Sport Inn. Находится он где? Sport Time. Находится. Sport Time? Находится он. Страсская 2. Что ты делаешь? Так, в общем, ребята, мы сели на автобус. Экскурсионный, как оказалось. Но он не экскурсионный, он стоит 60 копеек. Я не знаю, я забыл опять сколько это. Это 30. Рыпынок. Ну, короче, рыпынок. Футбольный манеж. Это вот здесь футбол, еще будут проходить соревнования тоже. Рыпынок. Танцевальные. Лучше. В общем, мы сейчас пытаемся добраться до next stop. Остановки, чтобы поехать на аэропорт. Все, ладно, ребята, все. Не балуйся. Вот на этом здании написано «Республика Дошка». Ну, типа Дошка. Типа Доширак. Ну, вот тут здание поближе, написано «Палац». Не замежно. Республика Беларусь. Вот так вот. Такие дела. Здесь
А вот еще, видимо, освобождение или победа, как мы видим. А вот всем привет, он творит спорт, и вон огромная надпись Минск. Но надпись красивая, как и на Олимпийских играх в Сочи. Так, ребята, в общем, вот он, можно сказать, ну, центр. Походу. Наверное. Так вот, мы еще заехали дальше. А вон тут уже как, не знаю, ну, похоже на... Не знаю, на что это похоже. Но прикольно. Очень интересненько, очень. Да? Рыбинок. Площадь свободы. Мы наконец-то вышли и приехали на... Девчишечки. И девчашечки. На железный вокзал. Вон он. И вот как мы уже так проанализировали, если бы мы ехали на поезде, мы именно сюда бы приехали. Но хорошо, что мы не ехали на поезде. Точнее, не ехали. Проход на поезду. А вот... начали? Понятненько. Перезарядилась. Перезарядилась. Так, а нам вон туда вдаль. Мы сейчас идем на... У нас были палатки с камерой. Да, как обычно, походу надо что-то снять. Мы побывали в торговом центре, купили сувенирчик, и сейчас едем в аэропорт. Да, правда, мы еще очень рано, время сейчас сколько там? Три. Ну, без 7:03, у нас самолет только в 6. Ну, походим вот по аэропорту, поснимаем. Да, посмотрим, что там. Очень содержательный пейзаж, чтобы... Окей. Приехали в аэропорт, и сейчас в него заходим. Вот. Доехали мы, кстати, быстрее, чем туда. Что там такое? Вот, да. Никаких проверок, ребят. Хочешь, снимай, хочешь, что делать. В общем, вот так. Сейчас пойдем где-нибудь присядем. Посмотрим, что как у нас тут. О, найти бронирование. Слушай, а мы сейчас не будем бронироваться? Вон, да. Мы сейчас это попробуем сделать. Так, так, мы уже выбрали, тут уже выбрали всех. И, в принципе... Ой-ой-ой, так. Мужчина. Да, далее. Да. Угу. Места не так, выбраны. В общем, должно получиться. Легким движением руки мы напечатали себе уже билеты. Но мне кажется, в принципе... Это хороший результат. И сам прикол, что мы даже сели вместе. По-моему, отлично. Угу. Такие дела. А у нас довольно-то еще очень много. Сейчас пойдем фильм смотреть и... Все. Мы смотрим фильм. Внимание вашему пассажирам. Аэропорт предлагает воспользоваться услугами такси официального перевозчика национального аэропорта Минска. Заказать машину. Давай. Ну все, пошло уже повеселее. Да, чемоданчик у нас смог он пройти с нами. Вообще во все ручные клади, даже в Белаве, а тетя, которая нас не пустила, чемоданчиком привет из Москвы. Да, из Москвы, жаль, что мы в Минске. Но ей привет из Москвы. Тетя, которая из Москвы, я имею в виду. А, вот так вот. Мы прошли таможенный контроль, и теперь мы в бар идем. Да. Такой вот бар у нас есть. А сейчас мы попробуем туда зайти. Интересно, что здесь получится и какие у нас цены. У нас последние рублики остались. 6 рублей, 3 рубля, рюмочка, 16 рублей, тарелочки. Но у нас уже есть тарелочки. У нас есть и тарелки интересные. Тарелки, которые как... Не тарелки, да? Кстати, не прикольные. А вот эти интересные? Можно задать вам один вопрос? Вы очень любите лимон? Теперь да. Взяли пломбирное мороженое. У меня вот. То, какое я и хотела. У меня вот. Очень красиво, яркое, самое главное. То, какое я хотел. Мы еще водичку взяли. У нас все это обошлось в 2-3,5 рубля. 3,5 рубля. Это 100. 100. Это 100. Мы спускаемся на посадочку. Ребята, вы представляете, нас пропустили без очереди. Без очереди? О, мы что, самолетик? Серьезно?
Серьезно? Ну, ради бога, давайте 32 рубля. Давай. Уже. Мы сейчас будем вылетать, короче, вот там пару цветов. Не, вы можете сами пересесть, а ребята здесь. В общем, там, короче, что-то очень странное происходит, но мы попробуем. Также все проанализируем. Наш обед обязательно мы оценим. И все покажем дословно, досекундно. Правильно? Мы уже взлетели? А, да. Мы подлетаем к спуску. Да, все, мы уже фильм, мы так и не смотрели, да? Досмотрим сейчас. Ладно. Мы приземлились вот так вот. Красивая подсветка, как и в начале. Ну что, вот мы приехали, посмотрите там, что видно там? Видно. Чего? Вот это. Вон наш самолет. По-моему, он хороший. Ну а мы все уже сейчас закинем багаж. Все. Ждем и лежим багаж, так как. Ты знаешь что? Мне кажется, быстрее и экономнее лака на каждом турнире покупать просто и все. Не. Заграничным. Да, что там 300 рублей. Так, все, не важно. Купил лак и все, и поехал. Ладно, в пушную кладь, потому что наши чемоданы помещаются в пушную кладь. Ну это да. Я не устану повторять, что наш чемодан был и помещается везде. Ну я думаю, что, можно уже вот это прощаться? С вами были два танцора. Это было покорение Беларуси. Оно прошло довольно-таки неплохо. Все. До новых встреч. Пока. Пока.